при Сасуана на старте. И дан старт призу Асуана, третья группа, на дистанцию 2000 метров. Для чистокровной, разумеется, арабской породы прием достаточно кучный. Амин занимает неплохую позицию полевой стороной. Его пытается сейчас накрыть пятый номер Аль-Халиф. И еще ближний, точнее дальним полем, Акортерск по седлом Станислава Николкина. Вот таким образом выглядит сейчас тройка лидеров. Далее компания растянута. Итак, приближаются к правому повороту участники скачки. Лидирует Аль-Халиб, за ним Аккорд Терск, ну и здесь же Амин. Ну и где же Dragonfly Терск? Будем надеяться на то, что Dragonfly Терск все-таки покажет свои лучшие качества уже на противоположной прямой, улучшив свои позиции. Пока что его не видно. Итак, по-прежнему лидирует сейчас в борьбе второй номер Амин и Аль-Халиб. Второй и шестые места. Аккорд Терск, прошу прощения. И Амин лидирует, и у них сейчас в хвосте Аль-Халиб. Сейчас предлагает борьбу на противоположной прямой Аль-Халибу Dragonfly Терск. И Азамат Карданов уже начинает постепенно включать жеребца. Ну, посмотрим, хватит ли ему сил для того, чтобы сократить это отставание, которое у него существует от Аккорд Терска и Амина. Аккорд Терск и Амин в борьбе лидируют и выводят остальную компанию в левый поворот. Итак, Аккорд Терск лидирует. И обратите внимание, бровкой сейчас пробирается Dragonfly Терск и режет угол. И Dragonfly Терск сейчас возглавляет компанию. Dragonfly Терск возглавил. И тут же мы видим Амин и Аккорд Терск. Вот эта троица сейчас устроит разборку здесь на финишной прямой. И следим, как она закончится. По-прежнему Dragonfly Терск лидирует. И Dragonfly Терск, судя по всему, выиграет эту скачку. И вторым все-таки приедет Амин. Dragonfly Терск, Амин и Аккорд Терск. Вот таким образом у нас заканчивается приз Асуана.